Начальную школу открыли в Едкуле после капитального ремонта. Здание было построено еще в 1957 году и со временем обветшало. Кроме того, перекрытия в школе были деревянными и после падения метеорита в феврале 2013 года стали деформироваться. В итоге здание признали аварийным. Школа наша хороша, скажу без лишних слов. Здесь поработала душа отличных мастеров. После всех испытаний ремонт в школе потребовался капитальный. Строители провели замену перекрытия, усилили фундамент и лестничные пролеты. В школе полностью заменены все канализационные сети и проводка. Во всех помещениях первого этажа сделан косметический ремонт. Отремонтированы идеально туалеты, которые были в плачевном состоянии. Идеально отремонтирован актовый зал. Вскоре у нас появится в нашей школе. В здании вот этой школы компьютерный класс хороший. На реконструкцию школы направлено больше 20 миллионов рублей. И еще в 1 миллион обошелся району сметный проект. И это только первый этап. Для полного завершения строительных работ требуются средства на ремонт кровли и замену отопления. Реконструкция здания проведена благодаря проекту «Единой России. Новая школа». Тут и старое здание, и новое здание. Работы надо сделать и по замене кровли, и по замене отопления, ну и по оснащению школы. Мы, как нас учит и Владимир Владимирович Путин, ставим амбициозные задачи сделать эту школу одной из лучших в Челябинской области. Добавлю, что в здании начальной школы обучается больше 370 учеников. И раньше это была первая казачья школа в Едкуле.